WorldSkills – это одно из самых престижных состязаний среди молодых специалистов в области рабочих профессий. В этом году соревнования пройдут в номинациях «Поварское дело», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Предпринимательство», «Выпечка осетинских пирогов» и «Виноделие». В конкурсной программе примут участие 40 студентов из разных учебных заведений Краснодарского края. Оценивать работы будут порядка 40 экспертов. Вам строить Кубань, вам строить Анапу. И разрешите мне от имени главы муниципального образования Сергея Павловича Сергеева поприветствовать вас на нашей анапской земле, такую прекрасную молодежь, которая сегодня находится в зале. Как отмечает наставник команды постоянных участников турнира, директор Анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышов, чемпионат заметно повысил интерес к рабочим специальностям. Некоторые из них являются инновационными. Новая совершенно компетенция – это виноделие, которое мы инициируем и представляем. Она является презентационной и рассчитываем на то, что она будет принята уже в национальном чемпионате. То есть это будет достаточно интересно по конкурсным там процедурам, по соревновательным. Это и анализ виноматериала, и купажирование. Основным блюдом в номинации «Поварское дело» организаторы выбрали рыбу. Причем в конкурсе будет использоваться те породы, которые водятся в морях и реках Краснодарского края. А вот из какой именно рыбы будет готовиться блюдо, определит черный ящик. Есть понятие черного ящика. В черном ящике, через черный ящик будет определяться, из каких продуктов мы будем готовить основное задание. В данном случае мы будем определять рыбу. Вот, та, которая, будем говорить так, есть у нас на нашем местном рынке, да, региональный компонент, у нас есть кефаль, у нас есть судак, у нас есть лобань. То есть, что будет вытащено из черного ящика, такая рыба приобретается для соревнований, из этой рыбы участник готовит блюдо. Вот, мы готовим 6 блюд, каждый день готовим по 3 блюда. И каждое блюдо в 3 экземплярах. Международное некоммерческое движение молодых профессионалов WorldSkills зародилось в 1953 году. Сегодня в деятельности организации участвуют 72 страны. Первый российский чемпионат прошел в 2013 году. Сборная Краснодарского края, в состав которой входят анапские студенты, в прошлом году впервые участвовала в чемпионате и заняла 7-е общекомандное место, набрав при этом в общую копилку немало призовых мест.